Сегодня завершается проект «Осторожно, дети». На этом проекте у меня появилось очень много друзей. Поэтому мы с Мишей Процко решили сделать фильм о фильме, чтобы сохранить эту атмосферу. Сейчас мы проведем маленькую экскурсию по киноплощадке. Вот машины, которые принимали участие в съемках. А вот и гринвагон. В нем греются все наши актеры. Димочка, наш кумчик. А тяжело работать с детьми? Нет. А что легче? Играть самому в кадре или детей готовить в кадре? Понятно. Дим, а ты будешь скучать по проекту? Нет. А у тебя были моменты, чтобы ты хотел все бросить? Нет. Спасибо. Да не за что. Спасибо. А вот моя любовь проекта, Ира. А тут смотри, как от слова разум, ее фамилия Разумкова. Ир, ты для всех нас была как вторая мама. Ты помнишь, как успокаивала меня в первый съемочный день в Туапсе? Помню, это было под лестницей. Скажи, ты будешь скучать по проекту? Да, какая-то неожиданность сейчас для себя. А вот, между прочим, про то, что я кого-то спасал из запертого туалета, все забыли уже, да? Ну ладно. Это добавляет Дима. Вот представь, ты выспалась, отдохнула, съездила к родителям, вернулась в Москву и снова осторожно, дети. Ты радуешься? Да. Вот она ложь в глазах пошла. Чем тебе запомнились эти съемки? Вот тут вся правда наружу полезла. Дети интервью берут туда. Ну, конечно, он мне запомнится надолго, и запомнился он тем, что много было талантливых детей, было очень много эмоций, положительных, отрицательных в большей степени, конечно, как были положительные. Вот, было много всего интересного, и я очень рада, что у меня появились такие друзья, как ты, Марта, Миша Процко, Руслан Щедрин. Спасибо. А от чего ты будешь просыпаться в кошмарных снах? От звонков по утрам. От вас же. От Марты, от Руслана. От Иман Борисаева. Ой, мы тут заблудились, а куда нам идти? Это Маша Дображинская. Замечательная актриса и просто добрый человечек. Маш, у тебя сегодня последний съемочный день? Крайний, я надеюсь, что не последний. Тебе грустно расставаться с этим проектом? Грустно. Ну, мы не расстаемся, я уверена, я даже его как не крайний не воспринимаю сегодняшний день. Если был бы крайний, нет, не крайний. Ну, это просто крайний какая-то сцена, там, я не знаю. Нет. Мы же не расстаемся еще, правильно? Или что, мы расстаемся? Я уверена, что нет, что мы не расстаемся. Все зарыдали. А тяжело было совмещать съемки в сериале, и не только в нашем, и спектакли в театре? Слышишь, какая подкова? Информацию-то выучили, да? Сейчас... Тяжело было, но нормально. Да нет, здесь съемки-то как удовольствие. Вы женщины такие непостоянные. Маш, посмотри, мне потом все соцсети выложат. Агент, это в курсе, что у тебя было несколько проектов? Мне спалили. Вообще-то я снималась только в этом одном проекте. Нет, ну, ребят, ну, было очень комфортно, было хорошо, у меня замечательные партнеры, прекрасные люди работали со мной, я узнала очень много хороших людей, мои верные друзья. Вообще очень хороший какой-то проект, мне кажется, какая-то компания очень совпала. А скажи, очень тяжело играть с детьми? Нет, вы что? Нет, на самом деле... Не верю. Нет, правда. Совсем не тяжело, просто я вот смотрю на вас вообще по-другому. Я у вас пытаюсь что-то научиться, потому что вы такие посредственности, не то что мы. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. А это наш сцена на площадке, дядя Слава. Наш оператор и генератор.
Что было самое противное на этом проекте? Пока еще ничего не было. А как ты согревался, когда съемки были на улице, как сегодня? Вот как сейчас. А ты хотел бы продолжение проекта? Хотел бы. Спасибо. Все, что ли? Кто тебе на проекте больше нравится? Мне? Да. О, кто мне так не нравится? Лучше спросить, кто мне на проекте больше всего не нравится. Я тебе тоже не отвечу. А над кем бы хотел поиздеваться? Ой, я надо всеми издеваюсь. Спасибо. Сим, скажите, пожалуйста, вам нравилось работать на этом проекте с нами, детьми? Нет. Почему? Потому что вы дети. А чего в этом такого? А на каких вы проектах еще работали с детьми? На Том и Джерри. Вопрос, кого вы там играли? Джерри. Вам будет жалко расставаться сильно с этим проектом, Джерри. Я тоже рашу, Джерри. Это все виноват администрация. А вам будет грустно расставаться с этим проектом? Да. Пилочку сюда. Спасибо вам большое. Катенька, наш звукорежиссер. Мотор работает. Это ее голос всегда нам давал команду. Катенька, как настроение? Отлично. Можно пару слов про проект? Нажми, что тяжело было с нами работать? Ну, были трудности, конечно. Первый раз работаю с детишками, были какие-то нюансы. Но хотелось и убить кого-нибудь или наоборот поговорить? Нет, на самом деле я очень довольна. Прям маленькие репортеры. Замечательно. Спасибо. Ла-л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 а